Давно не видел такого дропа Систана. Ему что, шанс увеличили? Ну вот, наверное, КД его это всему, процент увеличил. Ой, не каждый КД, а он каждый КД падал, короче. Самому не расслабься до лифта. Нет, Паш. Не слезу. Я понял. Да, пиха, ты не заберешь его на НХ, смирись. Сзади трэш.
Шкаф, пожалуйста. Осесть полок. Лифта еще при самонице. А кто им 5 дать? Быстренько раскинули репап. Рыба стоит. Полик. Полиролька. Пека. Ехали. Саня, ты умеешь РДДшить? Он же потихоньку шипот собирает. Сука, почему под пробку?
Шаман устал. Чисто прилег отдохнуть, понимаю, Лёв. Он тебя под хлеб, что ли, закинул, получается? Его модлоки убить. Ага. Качественно. Качественно. Что мало? Что мало? Кто мало? Да, кстати, что-то мало. Кстати, слышь, банк? Тоже неплохой грудак, да? Да фигня. Посмотрел. Не стоит отказываться от шмоток с интеллектом. Боже. Я просто на самом деле пих ржу и охуев. Не было дупла, есть возможность съездить плащ. А, жезл? Тут это, у Тимура забери. Я просто в него закинул, если нужно. Я не думал, что он нужен. Лови Тири и грабь его, жезл. Который он пока не выкинул еще. Ты на полу уже выбил кольцо с блоком с лос. Ну, одно вот с прошлого босса, да. Ну заберешь, Саня, там еще одну. Не, ты не понял, точно. Ветка никакой. Я просто смотрел, что. Такого нету. И это да на друг. Такое кольцо я себе тоже бы порой. Если вам блок нужен, вам нужен с зооманы. Не знаю, мне этот фанатизм сказал 35%, как у меня уже он 30%. Банк, ты медведизируешь? Скорее иду ссать в тап. Походу меня карма за две воронки по сотке ролла на карту. Да? За воронок понапиздил? Ну да, тогда воронок понапиздил, и теперь три рейда, ноль нужных шмоток. Это же плечик. Туда, пол, сюда иди. Это же плечик, как локовский сет, да? Да. Только цвет другой. Да, да. Да, по-моему, даже такой же цвет. Пека, Шари, чё с вами? Куда? Ныряю, не знаю. Шари побежал, я пошел за ним. Я Шари, понял там юмор. Там еще хорошо? Трэша мало, решили еще что-то побить. Ладно, если бы им воронки на ролл не падали, мы бы тут втихаря сейчас выбивали, но им-то тоже... Пойду помогу побить, чё с тобой делаем. Давай, давай. Бля, чё-то много. Не, не пойду, пошли их с собой, не забирай. Давай, давай, с собой. О, может сейчас будет накрутить. Давай, Шарик, живи.
О, под вам, под двумя хульпалами стоит. Что, бьем? Тут? Нет, нет. Давайте что там сверху соберите. Нужно подойти поближе. Это что за армия дракондров? Это друзья Шари. Он с ними гулял, решил нас с ними познакомить. А вот этого да. Могу быстрее срывать из танка. Да, давайте это еще всех соберем. Капа. Че, Паш? Определяй пока. Да я не знаю, посмотрим, может все-таки попробую вот это вот собраться до попа. Три дня выходных вы же деградируете. Мы в наших рейдах деградируем, камон. Каждый метеор перебежать. Именно так, банка. Кстати, у нас действительно там накс так это. Просто монка с собой брать не выйдем, чтобы начивки не руинил. Ну, просто вас кикнем. Да, я тоже так думаю. Я заменю его. Вот что, за руинил? Сходить в САК 25 и сделать ачивку, убить этих всех боссов. Сколько там разница, 15 секунд. Блюйте, пих, нечего делать, конечно. Пошел. Тихо, можно... идти Малигос, Склеп и Накс за один вечер. Как ты считаешь? Пихоньки. Нет. Чтобы они Дор открыли бы, может, иначе его, блядь. Склеп занести, там, не знаю, минут 10, ну, серьезно, 50. А мне там на Малигосе вообще, по-моему, одна ачива, только на смертельный удар на диске сделать. Мне Малигос даже не убит. Нет. Не знаю, не считал пока. Так. Значит, смотрите, череп, что такое хил, крест, Блэкбери, квадрат. Ариэта. Алиса на квадрат. И на трусах, которые будут стоять вот здесь, будет стоять WhatsApp, а полик будет держать в центре, где обычно. Так, далее, поехали по ДДРДД. Алира, Страйдер, Шарий. Воид танчит. Банка в коте, да? Так, сейчас раскинем.
еще себя забыл убрать точно. Так, четвертая патти. Хорошо, Сань. Четвертая патти у нас торчит на кресте. Первая патти на черепе. Третья патти на квадрате. И вторая патти на трусах. Запомнили, кто где? Закидываю назад. Старается кидать локов. Хилов не кидать, валира не кидать, шарю не кидать, меня тоже нежелательно. Короче, на пулы поехали. Роль. От шпала отошли, дали ему место. О, один стоит. Плохо. Рыбак повару. Оли, как ты просрал танка? Фил ваншот. Да там, ну, можно было хоть шок дать? Фридом. Макрос фридом. Зелёнка. А там просто на 45-900 прицел. А почему тогда шотнуло, подожди? Не, ну он не холовый. А, ну значит просрали. Ой, ему улетел полтинничек, да. Ему два шоковых прилетело моментально. Разве? Просто... Угу. Шоковые удары, шоковые сразу. Там между ними был захил, только хорошо, он перекидывается. Паша. Он под землей аккуратней. Хил на тебя идет, Леха. Тут страйк не убивается вообще.
Трусы зеленые. Тихо, когда он там не побить, бей ногу по центру. Где, в центре? Да. Которые на варе висят. Если с вашей стороны нет мобов, пиздишь мобов, которые стоят в центре. Страйдер с квадрата, осторожно. Пих. Подойди. Куда он, блядь, пропадает? Квадрат зеленый. С трайдером стоять херовая идея, без тотем эффекта. Где макрос у меня? Нигде не умер, он еще жив. Я дойду. Отстали его. Он на нелосу, блять, углами стоит. Так ты бегай. Подойдите кто-нибудь, я никого не достаю. Не сдешь убить, кидай. Андрес, в меня кидай. Их далеко, не вижу. Меня давай. В тире. Страйдер в кресте. Вот мой. Че с ним? Ну че, РДД по страйдеру, как только он выйдет из текстов. Абсолютно все свичнулись, залили страйдера. Вижу 11 таргетов. Банка ближе. Ближе можешь ко мне? Кто-нибудь? Бегу. Закинул Ляру. Зачем? Просто удалить? А. Разве не закрыто было бы? Нет, была последняя. А, окей. Добить моба. По скатам сыграйте, после скатов Гера и Вайшу. В говне не стоять. Убьем пока Вайшу по две пачки скатов, пока Гера висит. Инспектор. Скатов добить. Еще одни скаты. Морлок от красный. Я не сорву. После этого Морлок умирает и лутает ГП. Все рассчитано. Не, ну надо же тебе сегодня за что-то все-таки дать ГП. Что за дела? За сектант. Сектант это такое, надо еще соточку. Уже 400.
Так. Баллы еще раз другие. Что мы будем? Так. Все, отделались от финмосовского паладина. У тебя разве не было головы на шифренности? А, ну там у с этого я же ставится. А зачем?